Ни сучка, ни галинки. Месячник по озеленению, санитарной обрезке и доброупорядкованию у Витебску протягивается. Прибрать город коммунальники плануют до 30-го красовика. Але не все идет так гладко и по плану. На горячую линию нашей телерадиокомпании звернулась жихарка Витебска. Женщина скардится на то, что древы образают неправильно, не покидают ни суков, ни галинок. Кристина Шинкарова высветляла, обрезка древ у Витебску – необходная мера, це удар по экологии. Стволы, которые стоят совершенно оголенные, товарищи, это ужас, ужас. Древы каля дитячего садка по улице Горбачевского нагадывают бодай электричные слупы после того, как специалисты провели их у парадок. Валентина Викторовна не разумеет, чему тополи у ее дворы после обрезки покинули без галинок и сучков. Идет якобы месячник по уборке, по озеленению города. Но как обдирают наши деревья, что творится везде по городу, это ужас. Как можно работников зеленхоза, которые идут на обрезку дерева, назвать мастерами своего дела? Инженер-эколог Зелянбуд расповел, что не только специалисты предприемства образают древо на территориях парков, бульваров. Займаются ее и приватники. И они обрезали древо каля дитячего садка по улице Горбачевского и на территории средней школы номер 11. Тут так само зеленых насаджений застались только стволы. Деревья, расположенные на территории школы 11, проводились подрядной организацией, которая выиграла аукцион, тендер по закупкам, объявлял его администрация учреждения образования. И зеленхоз не имеет к этой обрезке никакого отношения. Для того, чтобы сформировать в будущем крону, если же, конечно, они выживут, это все зависит от того лета, которое у нас ждет, от весны и от самой породы дерева. Вот. И для того, чтобы теперь сформировать крону, понадобится не один год. Омолодить крону, прибрать засохлые галинки, пошкоджені, надать форму древу. До этой справы треба подыходить с розумом. И только там, где это метазгодно, говорят специалисты. У нас в городе не так часто обрезаются деревьев, и зачастую они просто перерастают. Накапливают множество сухих ветвей, множество обломанных. И когда в первый прием это все убирается, крона значительно изреживается. Вот. И может какое-то время принимать такой вот вид. Землекорыстальник мае право выбирать подрадную организацию, якая проведе у парадок древа на его территории. У мэтах экономии часто наймают приватников. Але выник такой працы не заўсёды добры. Старшиня Витебского гарвыканкама Вадим Заранкин доручил створить комиссию по контролю за образанием древ, якая будет сачыць за ситуацией. Кристина Шинкарова, Александр Рындин, Новини Витебск.